найдем. Привет, спортсмены. Привет. Ребята, вот многие снимают всякие обучающие видео, но не разбираются в одной важной вещи. Вот что такое эндуро? Что такое база в эндуро? Да, что такое база в эндуро? База, это, наверное, ну, мотокросс. Ну, любой тебе в стране скажет, что мотокросс, мы знаем. Но забывает про одну вещь, то, что в стране в нашей, ну, вот совсем мало. Эндуро. Эндуро. Нет, ребята, сегодня мы дадим вам упражнение по триалу. Вот Павлуха сегодня будет делать эти упражнения, а показывать нам будут эти упражнения самый-самый титулованный спортсмен в России, что касается триала. Привет, ребята, я Александр Фролов, многократный чемпион России по мототриалу. И сейчас я хочу показать базу, без которой нельзя ни эндурить, ни триалить. У нас сегодня один триальный мотоцикл, один эндуро мотоцикл. И мы сейчас будем делать упражнения элементарные, которые приведут к хорошему уровню. Это будет основа, самая-самая основа. Упражнение номер один. Берем, по прямой едем. Поворачиваем налево, когда? Открываем правую ногу. Давим в левую, открываем правую. И наоборот. Сейчас я покажу, как это делается. Поворачиваю направо, открываю левую ногу. Поворачиваю направо. Поворачиваю налево. Нужно обращать внимание на поворот. Когда мы поворачиваем налево, мы стоим на левой ноге. Но чтобы сделать контр-уклон, нам надо оттянуть ногу. В кроссе это вот так и нога, да? Угу. В триале это открыть ногу и давить при левом повороте в левую подножку. При правом повороте в правую подножку, открыв левую ногу. Мне 32 года, но из которых я 20 занимаюсь именно триалом. И в триал меня привел отец, наверное, как у всех ребят, которые начали заниматься, конечно же. И мы начали познавать этот спорт в Европе, в Польше, в Латвии, общаться с крутыми ребятами. На тот момент это был Тадеуш Блазусик, это сейчас знаменитый чемпион по эндуро. Мы начали развиваться в триале, постепенно знакомиться с ребятами из Европы. И Тадеуш пригласил нас в Испанию, и там мы поняли то, что мы ничего не знаем, и начали опять все заново. Я могу сказать, что эта база, которая сегодня будет в видео, база триала, поможет вам не только в триале, и в эндуро, и откроет какие-то неизведанные способности, какие-то навыки. Мы целый год снимали для вас кино. Где-то было хорошо, где-то было плохо, но это было наше творчество. И сейчас весь накопленный наш опыт мы соберем в первом своем дне рождения и приглашаем вас в эксклюзивный эндуро-тур. Привет всем, я Андрей Корбов. Всем привет, я Давид Леонов. Привет, я Михаил Гаврилов, участник международных соревнований по хард-эндуро. Вы такие классные, с камерой. Итак, ребята, наконец-то свершилось. Ребята из всей эндуро делают самый бомбический тур этой осени. Мы едем по следам 100% эндуро-гонки. У вас будет шанс, если вы там не были, а если и были, не доехали, проехать всю трассу и посмотреть своими глазами, где другие умирали. We'll be right back.
У нас будет самая звездная команда, прям вообще все звезды там. Вас будут тренировать, учить, показывать, тусовать. В общем, наслаждаться жизнью в горах Геленджика. Давид Леонов. Всем привет, я Давид Леонов. Приглашаю всех в мощнейший эндуро-тур Геленджик 100% вместе с YouTube-каналом «Все в эндуро». 5 дней мы проживем в своем месте. Я поделюсь своим большим опытом в хард-эндуро. Будет очень круто. Михаил Гаврилов. Приглашаю вас с каналом «Все в эндуро» в один из самых крутых туров по следам гонки 100% эндуро. 5 дней мы с вами будем катать по уникальным трекам, а лучшие тренера России будут делиться своим опытом. Я тоже буду вашим наставником. Андрей Коробов. Я поделюсь всем своим опытом, который накопил за много лет. Мы проедем весь маршрут гонки 100% Геленджик. Ну, я, конечно. Ребята из всей эндуро будут это все снимать. У вас останется память на всю жизнь. Это будут лучшие каникулы осенние, которые были с вами. Все эти ребята будут тренировать вас на протяжении 5 дней. Мы разобьем вас, вашу группу по скиллу. Голд, серебро и бронза. Каждый из вас, мы даем 100% гарантию, что проедет гонку 100% эндуро. Ребята, количество мест, как обычно, ограничено. Вы понимаете, что состав звездный, поэтому вот там телефончик внизу. Срочно пишите и погнали с нами. Самое мощное приключение под закрытие сезона и отмечать год каналу «Все в эндуро» вместе с шикарным тортом и мощнейшей командой. Ждем, увидимся в Геленджике. Собирайтесь, встретимся в Геленджике. Будет очень здорово. Слева нога у нас прямая, справа открытая, когда поворачиваем налево. Еще прямее, еще прямее. А это более открытая. Видишь, ты возвращаешься сам, я тебя не держу. Да. Еще раз, сам, вернись сам, сильней. Оп, правым локтем. Да. У тебя он был на видео, это не показано. Раньше вот так. Подожди. Было вот так, да, как-то ты стоял? Ну да, вот так. Нужно выше локоть, это прямая нога, и правым коленом и спиной возвращаем мотоцикл. То есть, когда мы заходим поворот, радиус мы у нас меньше, а контур-уклон создается больше. Почему я вообще занялся триалом? Потому что мне понравилось проходить какие-то препятствия, подъемы, спуски. И это можно было сделать чуть ли не из маленького гаража, вытащить маленький мотоцикл и как-то чуть ли не в городе это пробовать делать. Теперь упражнение номер 1 на практике. У нас есть небольшой склон, и мы едем по дуге. По траверсе, как называют это в эндуро. Давим правую ногу, чтобы прижимать заднее колесо. Оно будет вот так ложиться на грунт. За счет этого у нас будет хороший контроль мотоцикла. И дальше используем левый поворот. Значит, переносим вес на левую ногу, потому что левый поворот. И правое колено, и правый локоть делаем контур-уклон. Павлов, у нас с тобой всегда было понимание, что мы давим в сторону как бы обрыва, да? Но часто у новичков они давят наоборот в эту сторону, потому что небезопасно, да, да. Да, потому что да, страшно. Да, вот сейчас ты для себя что-то новое открыл? Ну, я для себя открыл новое при повороте, то есть при повороте тебе нужно переложить на другую сторону вес. И не бояться и загружать заднее колесо. Вот это очень важно. И не бояться оттягиваться назад. То есть хочется все время устремиться вперед телом, но нужно наоборот назад оттягиваться, чтобы загрузить заднее колесо, поймать зацеп и выезжать. Не обязательно для этого ускоряться. Начинал я заниматься с ребятами из Польши, из Латвии, и они оказались сейчас именитыми спортсменами, и нам очень было интересно в общении, в жизни с ними видеться. И
Из-за этого эта тусовка меня отправила в Испанию. И сейчас я тренируюсь постоянно в команде с Адамом Рагой, с знаменитыми спортсменами, и у них учусь. У меня сейчас нет тренера, в принципе. Триал – это большой опыт. И я от каждого там топового спортсмена что-то набрался, где-то что-то подсказали. У каждого триал в голове, он разный. Ребята, у нас третье упражнение, и оно посвящено, ну, так сказать... позиции тела. Позиции тела и спускам. Да. Все-таки, да? Мотоцикл делится на три части. И поэтому, когда мы делаем оттяжку, и при спуске. При спуске. И оттягиваем жопу назад, это нифига не оттяжка. Я хочу сказать, что... Оттяжка – это оттяжка наркотики, это когда... и алкоголь? Да. Присаживаемся вниз, задавливая мотоцикл. Мотоцикл у нас присаживается, потому что у нас есть начало. Вот это вот. У нас всегда есть начало на мотоцикле. Оно, мотоцикл уже чуть-чуть придавлен. Мы присаживаемся чуть-чуть вниз. Да. В середине мотоцикла. И оттягиваемся назад. То есть тем самым этот импульс мы сначала посадили мотик, и только потом сажаем назад. Сажаем попу на стул. Наша вся спина в этот момент давит в пятки. Если вот как бы вот присаживаемся, а потом начинаем оттягиваться, мы начинаем давить пятки. Если провести линию от плечей до пяток, у нас получается все давление на пятки. Если же неправильно, так делает 99 эндуристов страны, оттягиваются так, мы на пятки не давим. То есть, соответственно, это не оттяжка. Итак, ребята, как правильно ездить спуски? Вот, например, вот это дерево и вот это наши ворота, а вот это линия спуска. Перед опускается, наше тело в середине. Как наше тело касается этого линии спуска, то есть доезжает, наше тело снизу, чуть-чуть мы присаживаемся, естественно, уходит назад. И мы создаем давление на подножки, на пятки. И держим, соответственно, и передний, и задний тормоз. Если же мы просто вот так задницу оттянули назад, не присели, не нажали на тормоза или чуть-чуть нажали, то это не оттяжка, это ровным счетом ничего. То есть мы не продавили подвеску тем самым? Не продавили подвеску, не зажали амортизатор открыт, и, соответственно, нас очень с большой скоростью потянет вниз, если будет большой спуск. Вот это не оттяжка. Вот то, что вот он сейчас сделал, это не оттяжка, потому что было сразу с прямой, уже в оттяжке ехал и также туда упал, не задавя подвеску. Вот, смотрим, линия спуска опять, вот уходит, вот сейчас тормозит, вот уже лучше. Например, когда Джарвис даже создается ощущение сидит, он не сидит на самом деле. Он делает вот это. Он находится в середине. Я буду показывать вот так. В середине. Вот типа вот так на баке. На самом деле вес тела на всех плечах и на всех пятках вот в этот момент. И он не сидит. Даже вот так, когда они едут, типа касаясь сиденья, они давят полностью назад. С середины. В данном моменте ты тут остановился, чтобы убить скорость спуска, и пошел. Оп, и вот здесь начинается оттягивание. Вот здесь начинается оттягивание, задавливает тормоза. Да, видел. Саня, четвертое упражнение – это как правильно заезжать подъемы стоя. Четвертое упражнение, как заезжать правильно подъемы стоя, и, скажем, это для эндуро, потому что в триальной позиции чуть-чуть она другая. У нас тело спереди в эндуро, да. Но плечи у нас сзади, то есть наши плечи давят в те же самые пятки. То есть если провести линию, давление будет и спереди, и вот. То есть тазом. Нужно опускать мыски просто. Да. Опускать низки, и чем больше мы назад уходим, тем у нас перед будет выше, ну, делать курву. Если у нас мотоцикл поднимается, мы его не кидаем,
мы не кидаем сцепление, мы просто наши плечи уходим сюда. Это является регулятором подъема колеса. Итак, друзья, еще раз, чтобы четко было понимание, когда вы едете в подъем, ваша задача как бы одно место подтянуть к рулю, а плечи оставить сзади. Тем самым вы сможете балансировать между курвой и безызвестностью и умением заезжать. Сцепление, газ. И наше тело должно работать совместно. То есть, если мотоцикл поднимается вперед, наша, как бы, наш регулятор, да, наши плечи уходят вперед, не кидая сцепление, делая ее медленным. Как бы. Но нельзя, например, в подъеме нельзя отпускать до конца сцепление, работать газом, а потом взять его и выжать. Нельзя. Это самая грубейшая ошибка эндуриста. Где учиться триалу в России? У нас нет пока базы для триала, но мы всегда доступны. И я, и мой брат, постоянно мы делаем мастер-классы по стране. В Москве мы постоянно выезжаем на тренировку. Есть чат мототриала в WhatsApp, мы обычно там списываемся и каждые выходные проводим бесплатные мастер-классы для ребят, которые хотят научиться навыкам. Бывает такое, то, что приезжают на эндуро-мотоциклах и начинают пробовать именно эти навыки на эндуро-мотоциклах, это никаких проблем нет. Мы всегда доступны, и в будущем мы построим триальную хорошую базу для зимних и летних тренировок под Москвой. Я надеюсь, это случится в скором будущем, и будет полноценная российская триальная база. Итак, пятое, ребята, пятое упражнение. Самое простое упражнение заключается в том, мы вообще его сделаем на прямой дороге. Мы будем учиться трогаться. Трогаться? Да, никто не умеет трогаться. Вот, я отпустил сцепление, я тронул. Если у меня холостые обороты, у меня едет мотоцикл на холостых оборотах. Останавливается, мы опять поддаем сцепление. А тормозом регулируем? Нет, зачем? Ну да, тормоз и передний тормоз – это баланс. Но в данном случае нам просто нужно маленькие карманчики заходить. Мы на большой скорости не можем повернуть поворот очень маленький. Поэтому мы просто сцепление поддаем и поворачиваем маленький поворот. Но мы должны понимать, тормоз в этот момент жмешь? Вообще лучше добавить и тормоза. Но сначала без тормозов. Можно, да, научиться это делать без тормозов. На любом питбайке. Короче, ребята. Неоклассики, не знаю. Неоклассики. Короче, ребята, все очень просто. Значит, перевожу с испанского на русский. Отпускаем газ вообще. То есть едем на холостых. И сцеплением сначала поддаем без газа, а потом, когда мы уже останавливаемся, опять поддаем сцепление. То есть фактически едем только на сцеплении. Задача ехать медленно.
Да. Еще медленнее. Правое колено, если оттянуть, будет еще и баланс. Поэтому стандартный мотоцикл взяли. Делаем эти упражнения. Никуда не лезем. На курвы мотоцикл не ломаем. По поддонам большим, по камням не ездим. Нам это не нужно. Нам нужно отработать базовые навыки, чтобы хорошо чувствовать себя на мотоцикле, не срывая колеса, делая небольшие повороты, не ставя ноги, не заваливаясь. Нужен хороший контроль. Если это есть, нужно продолжать дальше. Саша, скажи, пожалуйста, как долго нужно вот этот... Чем дольше, тем лучше. Ну, чтобы получить хороший контроль, условно говоря, занимаясь, ну, хотя бы один раз в неделю. Хорошего контроля быть? Один раз в неделю не будет никогда. Не будет. Минимум 4-5 раз в неделю, минимум по часу нужно сидеть на мотоцикле, чтобы был хороший контроль. И через сколько тогда он придет? Через год, через два? Я думаю, что через 2-3 года будет очень хороший уровень на эндуро-мотоцикле. Короче, пацаны, все очень просто. Саня Фролов советует так. Значит, бросаете работу, покупаете, продаете квартиру, садитесь на мотик, живете на мотике и, в общем-то, через 2-3 года можете выигрывать буйно. И еще я хотел добавить. Если у кого-то триальный мотоцикл, или у кого-то питбайк, или у кого-то эндуро-мотоцикл, это совершенно не важно, на каком мотоцикле делать эти упражнения, которые мы сейчас изучили. То есть любой мотоцикл, хороший контроль, хоть мопед, хоть даже скутер, там тоже есть ручка газа, и на нем тоже можно минимально управлять. Вот это есть основы триала, которые все должны знать. Спасибо большое. У-ху! Человек, который обычно остается за кадром, но не менее популярный, чем ведущий. Игорян, наш оператор. Человек, надежда российского триала. Буквально вчера. Вчера. Купил. Купил. ТРС. ТРС. Триальный мотоцикл. Не знаю, зачем он это сделал и какие у тебя были амбиции, для чего? Когда мы были в Архизе? Да. А помнишь, мы с тобой нашли каменный ручей? Да. И мы поехали упражняться, пока все отдыхали и кушали бутерброды, мы с тобой поехали упражняться на этот ручей. А подергавшись на нем, попрыгав на эндуро-мотоцикле, я понял, каких навыков нам не хватает. И погуглив, я понял, что это триал. А где триал, там Александр Фролов. Да, это действительно так, ребята. Но вот знаете, о чем мы тут все вместе подумали? О том, что, наверное, было бы круто снять какой-нибудь сериал. Сериал, как Игорян, будучи вообще не умеющий ездить на триале, будет учиться там в 10 серий. Как он будет постигать все эти навыки, свои переживания, тренировки и вот это вот все, мне кажется, это... И вам будет интересно, ну и, конечно же, тебе как... А мне будет полезно. А тебе будет полезно. Сань, тебе огромное спасибо за то, что ты приехал, уделил нам время, рассказал и поделился своим нереальным опытом, потому что мы знаем, что ты настоящий суперстар, живущий в Испании, тусующийся с Рагой и всякими ребятами. Скажи, а ты сам не думал о эндуро? Нет, я эндуро не думал, потому что это совершенно другая жизнь, совершенно другая техника. И чтобы переложить реальные навыки, это надо забыть о триале и начать тренировки на эндуро. Скажи, а правда, что вот эти мотоциклы ТРС, это твоя компания здесь их продает? Да, моя компания, я импортер этих мотоциклов в России, в Казахстане, в Армении и где-то там еще. Мы действительно их продаем и достаточно неплохо. Это один из самых... Это мотоцикл номер один, потому что создал его Джорди Тарас. Это дедушка Пола Тараса. Ребята действительно серьезно настроены. Они делают качественные вещи, которые приносят людям радость.